со мной рядышком сегодня сидят Юленька и Настенька. Это две родные сестрички. Они очень дружелюбные. Они очень любят читать различную художественную литературу. Веселые, добродушные девочки. Они очень мечтают попасть в семью. Они отзывчивые девочки, всегда готовы прийти на помощь. Они, наверное, будут очень любить свою маму. Вот, и будут помогать ей по дому, в хозяйстве. Вот, и надеюсь, что они обретут настоящий дом и настоящую семью. Всех, кому не безразлична судьба Юли и Насти, просим обращаться в Департамент образования, молодежной политики и спорта по адресу площадь Ленина, дом 1 или по телефону 47-54-06. Вы можете стать для сестер приемными родителями, оформить опеку или усыновить.